До сих пор на слуху история о туалетной бумаге с изображением Задорнова, которую производили в отместку за неосторожное и, безусловно, шуточное сравнение женщин Владивостока с девушками низкой социальной ответственности. Я знаю, как Михаил относился вообще к женскому полу. Он был очень неравнодушен к нему. Какая-то была ирония. Не более того. Тем не менее, бумажку с Задоринкой пустили на конвейер не только в столице Приморского края. По всей Сибири. Никто не сомневался. Конкуренты решили утопить одного из самых преуспевающих отечественных юмористов. В ход пошли явно большие деньги. Кто бы сомневался, что в конечном счете все дело именно в них.